Друзья, добрый день. Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас жатка кукурузная GR4000 для комбайна Don 680, Don 687. Год выпуска 2002. Данная жатка в целом в рабочем состоянии, но немного разукомплектованная. Давайте смотреть ближе. Здесь вот отсутствуют цепи. Карданный привод. Здесь должен быть барабаны все на месте вроде. Продается жатка за ненадобностью, так как такими комбайнами больше не пользуются. Наличие 3 штуки, друзья. Есть из чего выбрать. Если ищете такое, обращайтесь к нам. Звоните, организуем доставку. Также есть кредитные программы.